Сегодня едем на съемки для второго сезона военного норвежского сериала под названием «Occupied». Ну, типа оккупированные. Ну вот, посмотрим, что там будет. Вот идет дождь, сейчас 7 часов утра. À 350 mètres, tournez à gauche sur Toblogstrat. Посмотрим, что будет. Вот в таком шатошечке у нас сет. И мы здесь храним, переодеваемся и храним свои вещи. Еда, кофеек. Товарищи сепаратисты, помашите ручкой. Ik ben van Pent. Ik ook. Ja. Ah, ik van de. Ja. Zo stoor. Maar ja, ik had niet plan voorbij en zo. Все, репетируем. Премьер-министра грабим. Все с оружием едут. Подписывайтесь на канал. У тебя нету? Оружия нету? Нет, шеф. Let's go, guys. Let's make some action. Репетируем взячу премьер-министра. Когда, да? Когда заходим туда? А, я и он. А? We are practicing. Вот с такими тракторами. Ну, не белорусский трактор, но все-таки. Он киллер. Всю Россию, что там. Ты чё, я не понял? Сепаратист. Это реально, али автоматически они говорят. Что это реально? Я не могу. Кассел. Здравствуйте, я живу здесь, вот моя ферма. Я бы хата сказал, ну это хатушка по сравнению с тем, что в России. Да. Вот тут кони иногда ходят там, ну вон там внизу, а озеро там сидит. Друг. Здесь японский одновременно, да? А скажи что-нибудь по-турецки. Нестен. Найдем. Что сказать? Бонжур. Бонжур. В общем, я показал вам хату своего хозяина, а я его, этот самый, как его, мажор дом, живу здесь, в этом подвале. Это на сете, все на сете, сейчас заходим. Такой подвальчик здесь уже хорошо можно снимать. Казематы такие. Может, мы поднимемся, это все оставим там? А где туалет? Туалета найти не можем. А вот такой вот прикид норвежцы выдают на ланч. Ну, чтобы есть и не замызгать едой. Значит, это самое, одежду. Она и так грязная, но все равно, чтобы типа чисто так положено, и все, значит, так и надо. Кто хочет? Hello. Hello. Моя задача сутки сбегать вниз. Окей, мы находимся на базе сепаратистов, и вот там, оттуда,
Они типа нас будут снимать каждодневную жизнь. Где премьер-министра держали? Марюшки. Фаршивые воры. Что думаете по поводу съемок сегодняшних? Очень интересно. Нормально, да? Да. Класс. Класс. Уровень высокий. Угу. Нам учиться и учиться. Далеко еще. Да, вот я тоже хочу сказать, что очень понравилось. На таких съемках впервые участвую. Я вас это скажу. Но все классно прошло, и вот еще со спутниками все сделали. Листья вон так красиво падают. Все нормально. Да, 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 да. Второй день съемок. Второй день. Сейчас уже тепло. Ну да. Ты слышишь, ты слышишь? Я летаю на путешествие. Моя тайга не дает. На моем месте сидят. Лошади, The Horses Farm, на съемках фильма.